Прочь с дороги, Лакман. Простите меня, госпожа, но повелитель сейчас отдыхает. Я не могу вас пропустить. Я обо всем знаю. И о болезни повелителя. И о том, что произошло во время похода. А сейчас... Убирайся с дороги. Иначе головы лишишься. Хюррем, как ты смеешь ко мне врываться? Лакман! Что мне, Лакман? Пусть хоть весь мир встанет у меня на пути. Мне это не помешает. Сулейман. Счастье мое. Звезда моя. Повелитель сердца. Смысл всей жизни моей. Пожалей свою несчастную рабу. Сердце, которое сгорает от тоски и обращается в пепел. Будь милосерден. Позволь остаться с тобой. Чтобы просто держаться за твою благословенную руку, Сулейман. Афифе мне обо всем рассказала. Значит, Афифе слушалась меня. Не выполнила моего приказа. Сулейман. Афифе скончалась. Что? Афифе умерла. Отошла в мир иной. Что случилось? Это несчастный случай. Испуская дух, она поделилась этой тайной со мной. Чтобы я могла помочь тебе избавиться от недуга. Что за несчастный случай? Я приказала, чтобы в честь покойного Мехмеда в Вакфе читали Коран. Все произошло по дороге оттуда в мечеть. Посреди улицы сверху, со строительных лесов, на нас посыпался град камней. Ты не пострадала. Слава Аллаху. Он меня защитил. Помиловал ради тебя. Так же и помилует тебя ради меня. Ты должен отдыхать, Сулейман. Я буду о тебе заботиться. Я буду делать все. Что потребуется для того, чтобы ты поправился, и мы снова были счастливы.